вот хуй знает. Непонятно. Сейчас, может, РВ запотеет тут. Может и проиграть тоже. Специально. Тоже за ним. Хочется интриги. Да, это же за синих. Не знаю почему. Единственное, надо было вместо Холта Фэнзи сделать. Я про него забыл чипу. А анала тут нету. Я если кап один на один буду делать, надо будет анал залить. Надо просто эвил тебе карту эту подделать, чтобы она была лучше. Там оружия мало очень. Она на глаз приятная достаточно. Может ее как-то обыграть. Да. Ладно, болеем за синих, короче. Да. Раскладка сейчас нормальная для синих. И чаще тупит удачно. РВ тоже хитрят еще вот. Блин, такими нельзя сливать. Так.
Но все равно получше чаще. Да, да. Будут сегодня игры? В принципе же еще рано. А, ну тогда ждем. Не, не, мы с предом против Сенка будем играть. А Эйлу надо доиграть с Егорами. В смысле доиграть? А когда уже была игра? Вчера. Блять, я же сидел целый день. Когда успели? Кто с кем? В смысле сидел? Вчера ночью играли одну карту. Сегодня продолжение было. Ага, понял. А-а-а. И кто выиграл? Эйлю выиграл на био. Да, прилично. Это Сника был против кого? Против Егоров. Ага. А от них какая карта будет? От них будет Кава и Lost Village, по-моему, останется. Еще Lost Arena им забанили, да? Lost Arena нету. Ой, пижу, да, овер остался. Да, да. Это локдаун здесь останется. Нормально. Но опять-таки на локдауне за комбов тоже не очень сладко. Да, да. Именно так. Но Бова сегодня что-то не жмет. Yeah.
Да. Одно очко забрать с этой игры хотя бы. Похуй, что даже там на Локи проебут. Главное вот одно очко это себе урвать и им не дать забрать три. Северс нормально с этих, блять, как ты. С гранат убивает. Хорошо. У него, блядь, почти все залетают. Не убил.
Да, все, пиздец. Жалко. Шестнадцать рангов у них на кавах преимущество. Бля, 4 фрага, 5, ну все. Ну бля, неудачно, так могли. Red team wins.